Если вы прочитали заглавие, значит, возник вопрос, что за суперструктина и все остальное. Почему такие громкие названия и к чему это все? Значит, сейчас покажу структину. Ну, не структину, а метод, как я стягиваю. Причем, значит, здесь суперструктина. Дело в том, что можно купить структину за 100 баксов и ею клеить. Но можно обойтись структиной, которая будет стоить 0,5 копеек. И будет эффект тот же самый. Поэтому я назвал суперструбцина. Ну, это так, предисловие. Значит, что я дальше делаю? Есть вот такая деталька. Это до мягкой части. До мягкой части. Дали вот такой заказ. Чтоб, ну, это будет пробный вариант. Я не знаю, просто вложусь ли я в ту цену, что мне говорили. Вот, сейчас дело не в этом. Значит, вот такая есть. Это декор до мягкой мебели, до дивана. Здесь такой подлокотничек должен идти, как мне объяснили. Я не видел самого дивана, не видел дизайна, но это уже не столь важно. Значит, мне нужно вот таких штучек нарезать, чтобы не с цельной доски сразу же нарезать, потому что много отхода будет. Я буду делать, потому что здесь, говорю, по цене я ограничен, да, я буду делать вот такие рейки, и здесь просто буду доклеивать. То есть, то ли такую часть буду доклеивать, то ли вот такую часть. В данном случае я буду доклеивать сейчас небольшую часть. Значит, вопрос. Какой возникает вопрос? Вот сюда нужно доклеить вот такой брусочек, чтобы потом уже дальше вырезать по длине. Как его приклеить сюда? Как его здесь прижать? Можно, ну, я не скажу, что здесь уже много разных способов, как это можно сделать. То есть, нужно как-то его прижать. Струбциной. Сейчас покажу. Какой струбцины здесь сжать невозможно. Почему? Потому что, соответственно, струбцина будет заезжать. Шурупы какие-то сверлить тоже нет. Не получается. Можно сжать струбцину, доклеить сюда бруска, сжать вот так вот. То есть какого-то бруска доклеить, ну не доклеить, а прижать. И к этому бруску уже прижимать то. Можно и так сделать. Это один из таких. Но я предлагаю самый простой, самый надежный способ, который мне... которым часто пользуемся. Значит, нужно доклеить. Что я делаю? Я беру детальку. Так, прикладываю. И здесь делаю небольшой, буквально там на миллиметр, на 5 миллиметров делаю запас. То есть вот у меня будет вот так вот он идти. Сейчас, где моя ручка. Делаю небольшой запас. Всего-навсего. Немножко. Делаю вот такие небольшие выступы. Далее что я делаю? Беру клей. Намазываем. Так, есть. Как я говорил, супер струбцина. Так, видео идет без остановок, то есть я не буду сейчас вырезать что-то, монтировать, а потом сказать, что смотрите, как классно получилось. Нет, все это идет, как там, онлайн-трансляция, да. Так. Так, а вот сюда уже, ну сейчас. Просто вернем. Вот, что у нас получилось. Красота. Четко. Нормально сжало, без каких-либо замечаний. И здесь уже можно дальше еще сюда. Накрутить. Вот то, что получилось.
То есть здесь, скажем, разные можно. Можно две струбцины сюда, и потом все это дело резинкой сжать. Можно вот таким способом сделать. Но самый, говорю, самый простой и надежный способ вот такой резинкой. И самое интересное, что она стягивает очень даже хорошо. Оно вроде бы так кажется, что усилие небольшое. Но стягивает оно хорошо. То есть есть такие моменты, что без вот таких самых примитивных приспособлений просто не обойтись. Так, и вот то, что получилось. Склейка здесь нормальная, хорошо все. С этой стороны, с этой тоже. Здесь будет как раз немножко грейсмус не взял, здесь будет фрезеровка. Ну, сейчас тогда уже на фрезу. Ну, и после фрезы уже покажу, чтобы не утомлять. И вот некоторые изменения произошли. Значит, вместо того, чтобы делать там несколько штук, клиент заказал побольше их, здесь где-то около десятка. Это будет, как я уже говорил, на мягкую часть. То есть я их все примерно склеивал таким же образом, резинкой, ну, кое-где там и струбцинка, где получалось, но в основном все вот так вот они были склеены. Так что вот такие самые простые незатейливые приспособы, которые иной раз очень даже упрощают работу в мастерской, и можно очень даже неплохо сделать вот такие вот склейки. Ну, а там все, наверное, до свидания, всего хорошего.